Сегодняшний репертуар военного оркестра исключительно патриотический. Свои выступления музыканты посвятили новой памятной дате в российском календаре – День неизвестного солдата. Композициями военных лет оркестр отдает дань памяти тем, кто пал в боях. Памятная дата в России отмечается впервые, но коснулась она почти каждого. И среди музыкантов оркестра также есть те, для кого День неизвестного солдата стал особенным. Для меня памятна эта дата тем, что мой двоюродный дед, это родной дядя моей мамы, пал смертью храбрых на полях сражений на Курской дуге. И тоже долгое время числился без вести пропавшим. И для меня как бы некоторый трепет участие в этом концерте вызывает. По распоряжению президента страны военные оркестры предстали в новом виде. Теперь в составе только духовые инструменты. Оркестр штаба Тихоокеанского флота памятный концерт дает и с новым дирижером. Сергей Алеев перевелся служить в Приморье и Санкт-Петербурга. Отдать дань памяти этим воинам, безвестным воинам, павшим за нашу родину, дорогого стоит. И, конечно же, наш долг полностью нашей работы подчеркнуть это и подарить людям сегодняшним днем хорошую концертную программу. После Нового года музыканты планируют готовить новые репертуары к 23 февраля и 8 марта. Оркестр даст концерты. Ольга Скрипникова и Михаил Павлов. Панорама.